За окном тают остатки снега, а в банде игрушка – цены. Весной магазин согреет горячими скидками. 2 марта здесь стартует грандиозная распродажа. На чем можно сэкономить, Дарья Борисова расскажет. Замечательный магазин. Можно найти все, что необходимо. И канцелярию, и книги, и игрушки. А еще наборы для творчества и подарки. Как раз за презентами для будущих защитников Отечества в банде игрушку пришла Наталья Наумова. Для своих воспитанников сотрудница детского сада выбрала раскраски. Но не только праздничные даты становятся поводом заглянуть в банде. Я беру методическую литературу еще и наглядные материалы также здесь есть. Я работаю в саду, и мне это нужно. Здесь большой выбор и недорого. А будет еще дешевле. В марте магазин дарит своим покупателям скидки от 20 до 50% на весь ассортимент. Такого ценопада в банде еще не было. Щедрая акция поможет мужчинам не разориться на подарках к 8 марта. Где еще в предпраздничной суматохе купишь брендовую канцелярию за полцены? У нас настолько представлен широкий ассортимент, что он удовлетворит любой спрос, будь то офисная, либо школьная канцелярия. Команда закупщиков – это очень хорошие профессионалы, которые подобрали ассортимент любой ценовой категории или за несколько решений. С банди легко угодить и книголюбкам, и мастерицам. На стеллажах магазина не составит труда найти ту самую книгу или набор для творчества мечты. А самых юных виновниц торжества получится порадовать игрушками. 2 этажа магазина – это целый склад идей для подарков. Дарья Борисова, Иван Скоблюк, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.